благодарны за радость, которую сегодня вы даровали всем нам, возглавить себе божественную трапезу. В этот святой, благословенный и престольный праздник этого святого храма хотелось бы и вам, в свою очередь, пожелать молитвенного заступничества Царицы Небесной, что так необходимо на пути каждого христианина, тем более священнослужителя, а наипаче архипастыря, совершающего свое служение в Церкви Христовой. Как вы справедливо заметили в своем архипастырском слове, этот храм действительно всегда привлекал внимание москвичей, и эта святая намоленная икона, она всегда утешала и утешает, и будет до скончания века верует в это утешать всех с верой и любовью к ней притекающих. Эта икона известна, и это является историческим фактом, была подарена государем Федором Алексеевичем, старшим сыном Алексея Михайловича, который закладывал этот храм, но не успел в силу своей кончины участвовать в освящении этого святого храма, в котором принимал участие его старший сын, государь, который дарствовал этому святому храму икону, который на Донесь собирает христоименитых людей множество и всех привлекает своей особой милостью, своими щедротами и благодеяниями. Поэтому мы веруем, что кровь Царицы Небесной никогда не оставит ни одного из тех, кто обращается к Матери Божией со своей молитвой и просит ее утешения, поддержки и помощи. Как сейчас только что вы сказали о том, что самая главная цель и смысл нашего человеческого делания – это прежде всего спасение нашей бессмертной души. Веруем в то, что кровь молитв Царицы Небесной будет поспешествовать всем нам к достижению этой самой главной цели нашего христоименитого звания. Позвольте, дорогой Владыка, в сей величенный и святый день престольного торжества подарить вам эту святую икону, которая является, в свою очередь, тоже списком Тихвинского образа Царицы Небесной, чтобы ваши архипастырские святительские молитвы, обращаемые к этому образу Царицы Небесной, не оставляли в своей памяти и нас, выражающих сегодня свое особое почтение, особую любовь к вашей святыне. Испала и Небесная там. Явление Божьей, когда она из города Константинополя перенеслась над водами Ладожского озера, пришла Матерь Божия. Этот образ будет напоминанием о том, что дальше событий и Господа. Божьей, ко мне, Господи.